Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В воздухе уже отчетливо пахнет весной, и у меня сегодня нет никакого желания готовить в помещении. Хотя, вот это вот блюдо, которое я затеял, прекрасно получается в обычной духовке. Ну, у меня есть гриль с крышкой и уголь, а также кучка овощей. Смотрите, какой богатый набор. Тут и сладкий перец, и лук-порей, и сельдерей, и морковь. И помидорки есть, черри такие взял. Также две ножки ягненка, действительно молочного ягненка, такие вот малютки. И бутылочку вина. Рецепт отлично подойдет для такого лентяя, как я. Принцип приготовления простейший. Свалил все в чугунок и оставил тушиться часа на 2,5-3. Приступим. Пока угли раскочегариваются, подготовлю все. Так, угли разгорелись. Готовить буду на прямом жару, поэтому для удобства пересыплю весь уголь в корзины. Немного оливкового масла, а теперь подушку для овощей. Все, теперь только соль, приправы и процесс начнется. Соль, перец, розмарин, зира. Ну, собственно, на этом все. Вот такой простецкий рецепт. Если будете готовить в духовке, то ставьте 170-180 градусов и за время готовки периодически подходите, проверяйте, не подгорает ли. При необходимости добавляйте жидкость, например, бульончик или воду. Ждем. Так, и долгожданный момент. Видите, мясо расползается просто все на части. Во-первых, это заслуга того, что барашек молодой совсем, ягненок молочный. Но, во-вторых, конечно, длительное тушение. В этом огромном количестве овощей, значит, овощного сока, лукового сока в первую очередь, вина. Все это время запахи шли совершенно просто вот потрясающие. Так, ну ладно, надо пробовать. Нежнятина.
Друзья мои, это просто какое-то чудо. Соус яркий. Тут и помидоры сыграли свою роль. И сладкий перец. Большое количество сладкого перца. И морковь тоже сладкая. Короче, это очень вкусное блюдо. Оно очень такое летнее, яркое, насыщенное. Очень простое. Я уверен, вам понравится. Готовьте, в конце концов, даже в духовке. Тоже получится вот так. Огромное спасибо за компанию. На этом позвольте завершить сегодняшний ролик. Мне кажется, все очень было просто. Напоминаю, промокод Фреско и вот такие классные ножи Самура Альфа у вас в кармане с очень хорошей скидкой. Спасибо за компанию. Всем пока. Блин, обалдеть. Обалдеть. Вот этот шмат тоже.